большой баклан, еще называют его черный. Рост до 90 сантиметров, размах крыльев до 1.5 метра, весит от 1,8 кг до 3 кг. Съедает около килограмма рыбы в сутки. Ест как не в себя, что не съест, надкусывает. Разрешена охота на баклана в Краснодарском крае с 2014 года. Раньше был в Красной книге. Обитает у нас Черное море, Закавказье, Средняя Азия, Байкал, Приморье, Кольский полуостров, а также Средиземноморье, Европа, Британия, Гренландия, Австралия, Северная Африка, Северо-Восток Канады, Новая Зеландия. Моря, через каждые там полкилометра стоят тычки с сетками, а там заходит рыба, судачок, таранка, и вот сидят такие ребята, ждут, чтобы ухватить оттуда, как гирлянды подвешены. За последние десятилетия поголовье выросло в 2 раза и теперь примерно 50 тысяч. Если по килограмму в сутки, то 50 тонн рыбы. Беда. Собирались-то все бакланы. Кузнецкой, на водоемчике, на речке. Сроки охоты на баклана в Краснодарском крае с 1 сентября по 20 января. На пару недель начинается раньше, чем на утку. Норма добычи не более 3 особей на 1 охотника за день охоты. Такой. Вот и бакланчик. Вот и бакланчик у нас. Вот такой красавчик. Thank you.
травмы.